Я вас приветствую, дорогие зрители. В этот раз я нахожусь в районе Махмутлар. Хочу предоставить вам хороший вариант 2 плюс 1 в новостройке, который был сдан месяц назад. Средний этаж. Есть открытая парковка снаружи. От хорошего застройщика. Юго-западная сторона. В той стороне башня часов Махмутлара. В этой стороне субботний рынок. Позади этих зданий моря. До моря максимум 320 метров до воды. Ну, рядом есть вся инфраструктура. Самый центр района Махмутлар. Первый балкон. Второй балкон у нас поменьше. Здесь у нас где-то 5 квадратных метров полезная площадь. Общая полезная площадь здесь 90 квадратных метров. Есть электрический рольставни. Термопакет окна. Высота потолка 285 сантиметров. Вот. Цена очень хорошая, дорогие зрители. На данный момент в этом проекте таких цен нету. Средний этаж. Два лифта. Это первая спальня. Здесь жилая площадь где-то 12,5 квадратных метров, как минимум. Может быть и 13,5. Два санузла. Вид из спальни на соседнее здание, но сюда можно установить эти занавески, шторы. Санузел нормальный. Душевая кабинка тоже нормально. Помещаюсь. Да, помещаемся, нормально все. Форточка тоже не забыли. Угу. Везде руль ставни. Ой, забыл балкончик показать. Вот. Французский балкон. Вид с этого балкона. Тут у нас прихожая. Сюда устанавливается проточный водонагреватель. А вторая спальня у нас где-то полезная площадь 10 квадратных метров. 9,5 даже скажем. 10-9,5. Кровать так устанавливается. Сюда шкафчик. Отсюда есть кусочек вида на горы. Как вы видите, глазами все видно вот так. И тут прихожая. Спущусь я вниз. Внешние блоки кондиционеров выведены отдельно в комнату, которая находится около лифтов этого проекта. Первый лифт. Вместимость 5-6 человек. Спускаемся вниз. Спустился я на нижний этаж при помощи лифта. Вот сауна. Угу, сауна большая для такого проекта. Хамам также есть. Айдат, наверное, будет 40 евро, чтобы 1000 лир, наверное. Или 1500 лир между ними. Такой хамам. Здесь массажные комнаты. Еще не установили санузлы, душевые кабинки, мужская, женская, камеры тоже установлены. Что еще тут, фитнес-зал. Тут тоже массажная комната добавочная. И фитнес-зал. Угу. Проект только сдан месяц назад, но все еще
Осталось несколько мест доделать. Технический паспорт в ожидании получит, как мне объяснили. Выходим к бассейну. Вот здесь есть генератор. Велосипеды можно здесь оставлять. Беседка, зона барбекю. Наверное, здесь будет зона барбекю. Бассейн. Ну, нормальный бассейн для одного блока. Здесь душевая часть. Фасад здания покажу. Красивый фасад. Откуда показать. И локация шикарная. Прямо самый центр Махмудлара, дорогие зрители. Так. Кому нужны фотки, отправлю. Уполномоченная компания этой квартиры. И цена. Итак, дорогие зрители, цена этой квартиры 155 тысяч евро. Звоните. Таких цен нету. Срочная продажа, сказал бы, но горячее предложение скажу. Пока-пока. Лайк, подписка, комментарий. Быстро ставим.